стада. Сегодня у нас особенный, торжественный день. Мы выпускаем из детского сада Буратино наших любимых, дорогих детей. Сегодня, ребята, мы вас провожаем. Вы в школу идете учиться, дружить. Успехов, здоровья вам всем пожелаем. И наш детский сад никогда не забыть. Песня «5 лет мы дружной семьей».
Thank you.
До свидания, родные, хорошие, задушевное сбудется, пусть спеша. Помашите детсаду ладошками, и останемся мы навсегда. Но уже завтра вы попрощаетесь с детским садом. Помашите ручкой воспитателям, нянечкам своим, нам. И пойдете, вооружитесь тетрадками и пойдете за знаниями в школу. Мы вам желаем оставаться такими же добрыми, любознательными, крепышами, очень талантливыми, правда, уважаемые гости? Сегодня они вам показали высший пилотаж. Они умеют танцевать, они умеют петь, они умеют стихи рассказывать. Они и на молдавском говорят, они танцуют молдавские песни и гагаузские. Вы большие молодцы, ребята! Спасибо вам большое, что вы доставили такое удовольствие нам сегодня. Уважаемые родители! Уважаемые родители, вот и пролетели 5 лет беззаботного детства. Как быстро они пролетели, правда? Мы помним наших деток, когда они пришли совсем-совсем маленькими. И вот сейчас они уже стоят перед нами, такие большие, умные, красивые. Немножечко, совсем чуть-чуть. Упрямые, но это ничего страшного. Мы вам желаем, уважаемые родители, дальше идти рядом с нашими детками. Поддерживайте их. Сил вам, добра, крепкого здоровья. Будьте рядом с детками, прислушивайтесь к ним. И помните, что не все дети
могут быть хорошими химиками, биологами, математиками. Главное, чтобы они выросли хорошими людьми. В добрый путь, дорогие ребята! Наши двери для вас всегда открыты. Мы еще долго будем встречаться. Заходите к нам в гости. Мы будем только рады. Сегодня от имени администрации мы хотим вручить грамоты воспитателям подготовительной группы. Итак, грамота воспитателю подготовительной группы «Ромашка» Трангофил Марии Константиновне. За достижение учреждений в организации медицинского учебного процесса, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития, личности дошкольников, творческий, инновационный подход к педагогической деятельности. Грамота вручается воспитателю подготовительной группы «Ромашка» Халёва Ирине Петровне. Поздравляем! Диплом
помощникам воспитателей. Итак, благодарность помощникам воспитателей по категории группы «Ромашка» Волевой Нине Степановне. Искренне говорю вам спасибо за тепло, любовь, внимание и заботу. Благодарим вас за все, что вы сделали для детей. Ваш труд и ценность. Ну что, первый экзамен сдали вы. Молитву знаете. Ну и выступили тоже прекрасно сегодня. Ну, можно сказать, что вы готовы пойти в первый класс? Да. Готовы? Да. Ну, это нам скажут наши учителя. Ну, что хотелось бы вам пожелать? Вот уже Елена Федоровна сказала, самое главное не то, что кем вы будете, бизнесменами, тут некоторые грозились там быть президентами, но самое главное, чтобы вы стали настоящими людьми и сохранили свою детскую простоту до конца своей жизни. Были таким же простыми, чистым сердцем, как сейчас. И, конечно, мы хотим, чтобы вы стали специалистами, но такими специалистами. Но вы будете специалистами или нет? Будете? Но такими специалистами, чтобы с нашего села никто не хотел уезжать. Вы в первую очередь. И чтобы вы были такими учителями, были такими врачами, были такими руководителями, которые своей жизнью показывали всем, что наше село, оно прекрасное, и отсюда уезжать не надо никому, ни вам, ни вашим детям. Обещаете? Не слышу. Обещаете, да? Ну, смотрите, спросим с родителей ваших. Дорогие воспитатели, работники детского сада, все вы являетесь воспитателями. Все работники детского сада – это воспитатели. Вам желаю, конечно, сил, терпения, и чтобы вы долго-долго еще воспитывали детей и не уходили. Чтобы, но, конечно, для вас такую очень прекрасную работу должны предоставлять родители. А вы оставайтесь, потому что нам педагоги, это в принципе, как и сами дети сказали, как поступают, что педагоги, с них начинается все. Потому что и тот же самый и бизнесмен, тот же самый и врач, пусть будет другая любая профессия, она всегда связана с педагогикой. И в семье это тоже всегда начинается с воспитания. И важно
Вот первое, вот мы с этим детьми называем звездочками. Первый свет этой звезды дарит Бог. Человек рождается на свет, появляется на небе звезда. И эта звездочка сияет. И к этому свету никто не прилагает усилия. Это дар Божий. Бог дает такой свет. И для нас, как воспитателей, педагогов, учителей, родителей, руководителей, для всех нас очень важно, чтобы этот свет не потух, чтобы он сохранился. И в конце концов уже, вот в конце, может быть, нашей жизни, чтобы он ярче засиял. Засиял от того, что человек прожил свою жизнь как человек, чтобы он нес в этот мир добро, старался делать только хорошее в этой жизни и засиял более ярким светом. И это свет уже только через труд. Через труд нас самих, через труд воспитателей, через труд педагогов и всех, кто нас окружает. И на нас вот такая ответственность. И Бог помощь нам и вам всем, чтобы мы вот помогали вот этот свет сохранить в человеке, в каждом человеке. Ну, и обращаясь уже к родителям, хочу сказать, что здесь говорилось о том, что волнующие моменты у нас, вот Елена Петровна несколько раз сказала об этом, для вас это тоже волнующий момент, потому что, ну, ваши детки уже уходят с детского сада, но не только это является волнующим моментом. Я просто хочу вам напомнить еще один волнующий момент, когда уже давно в нашем селе есть закон, который согласован с местным советом примария, закон, который также в этом, когда издавался этот закон, участвовали наши врачи, детские врачи, то есть и много, и закон, который никто не имеет права отменять, что в нашем селе минимум 5 детей каждый день имеют. И второй закон, что родители, забирая детей с садика, должны привезти на место другого. Можно двоих даже. Можно двоих. Ну, и этот закон, который он не отменяет, никто не имеет права отменять. И что бы ни менялось, это конкретно касается нашего села. В Копчаке никто не имеет права его отменять. Он будет сохраняться в обеих веков. Поэтому вам Бог помощь, дорогие родители. Также воспитание настоящих людей. А это мы должны показывать своей жизнью, своим примером. Всех поздравляю и Бог помощь всем. Добрый день, дорогие ребята, добрый день, уважаемые педагоги, воспитатели, конечно же, и ходили. Сегодня самое красивое. Самое прекрасное слово ваше. Сегодня у вас очень торжественный, ответственный день. Сегодня вы стали взрослыми, и сегодня вы закончили первый свое образовательное учреждение, первый детский сад. Вы сегодня показали все навыки, все, что вы умеете. Вы меня внимательно слушаете? Вот, внимательно слушаете. Вы сегодня показали, как вы умеете танцевать, как вы умеете стихи рассказывать. Как вы умеете вальс танцевать. Вы сегодня превосходно показали, что вы готовы к учебе. Но сегодня только было сказано слов вашими воспитателями, вашими заведующими, что они так вас полюбили, что они вас не хотят отпускать. Я тоже выпускник вашего детского сада. И у вас есть благо. Раз они так вас полюбили, они попросили, чтобы мы оставили вас еще на один год в садике. Согласны?
Тогда или нет? Самое главное, что ваши воспитатели научили вас думать перед тем, как отвечать. Молодцы, ребята. Я хочу поблагодарить один из самых ключевых коллективов нашего села, без которого, в принципе, как и других коллективов, никогда не происходит ничего всего. То есть любые мероприятия, начиная от уборки, посадки и всех остальных красивых дел в селе, всегда самый большой коллектив детского садика участвует в этих мероприятиях. Я хочу вас поблагодарить за это. Я хочу поблагодарить родителей за таких прекрасных детей. Вот мы сейчас сидели и рассуждали, а вот в нашем детстве мы не помним таких выпускных. Общая фотография есть, но вот таких выпускных, таких прекрасных мероприятий раньше, наверное, не было. Не, наверное, точно не было, да? И это очень прекрасная традиция, когда мы растем, мы развиваемся. И вот такие мероприятия, конечно же, это самое главное мероприятие, это итог огромных трудов, огромного количества времени, которые были вложены в наше будущее мероприятие. И я хочу родителям пожелать, чтобы родители гордились своими детьми всегда, чтобы детки никогда не болели, ничем она бывает, я мало еще хотел, что это ясно. Когда ничего не можете сделать, чтобы никогда детки ваши не болели и чтобы вы всегда не гордились. Ну а мы хотим вам вручить первые ваши подарки, принадлежности, с которыми вы 1 сентября пойдете в школу. Можно я вручу? Вы, Татьяна Кайдова.
Завтра, ребят, вам огромная просьба. Завтра у нас очень большое мероприятие в селе. И я вас очень прошу, чтобы вы на это мероприятие привели своих родителей на стадион завтра, день защиты детей. Всех родителей завтра на стадион. Договорились? Мира и новых маленьких ужасов.